Мирный лишился одного из лучших врачей – Николая Петрова. На выходных рентгенолог отделения лучевой диагностики центральной больницы погиб в ДТП на трассе Мирный-Тасюрях. Информацию подтвердили в Мирнинской центральной районной больнице. С начала пандемии Николай Ефимович работал в красной зоне на аппарате КТ. В прошлом году получил благодарность Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. По информации пресс-службы МВД Якутии, авария унесла жизнь 4 человек. Еще 3 пострадали. На трассе столкнулись пикап и кроссовер. Водитель последнего выехал на встречную полосу движения. В результате машины столкнулись. Оба водителя и по одному пассажиру в каждой из машин погибли. В день аварии 2 апреля шел небольшой снег, а температура воздуха составляла минус 5 градусов по Цельсию.